специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. Десятилетний Егор после смерти родителей получил землю в собственность в порядке наследования. На какой срок земельный участок может сдать в аренду дядя Егора, его законный представитель? Правильный ответ. На срок до наступления совершеннолетия племянника. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. Супруги из Тульской области развелись после 8 лет брака и решили поделить имущество через суд. Проблемы возникли при разделе одной из квартир. Муж перевел деньги на ее покупку своей матери, которая и купила квартиру. Будет ли суд делить эту квартиру между бывшими супругами? Нет, так как в таком случае квартира не считается совместным имуществом супругов. Да, так как во время брака муж внес на счет матери денежные средства, которые являлись общим имуществом супругов, поэтому бывшая жена имеет право на долю в квартире. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».